Привет, друзья! Приближается дата референдума, так называемого референдума о вечной власти Лукашенко в Беларуси, который назначен, если я так не ошибаюсь, на 27 февраля текущего года при участии, сами понимаете, российского оккупационного контингента, который, я не думаю, что к тому времени еще выведут, там будет от 10 до 20 февраля учения, так называемые, эти агрессивного этого блока ОДКБ или что оно там такое, неважно. Короче говоря, русские войска, как обычно, под прикрытием чего-то там, союзного государства, ОДКБ, еще какой-то чухни, но это неважно, это оккупация. Так вот, под присмотром Грызлова и российских штыков будет так называемый референдум о вечной власти Лукашенко. Так вот, собралась демократическая объединенная оппозиция Беларуси в составе Латушко, Тихановской, а также Ковальковой, Ольги Ковальковой. И они приняли как бы единогласное и правильное с их точки зрения решение. Значит, они сказали так, что голосование как за, так и против очень даже приемлемо для незаконной власти Лукашенко. Поэтому они призвали прийти и любым способом испортить бюллетень. Вариант, при котором не надо вообще ходить голосовать, они, по всей видимости, не рассматривают, или признают его почему-то несостоятельным. Я, не являясь гражданином Беларуси, не могу вам советовать делать ни то, ни другое, то есть не приходить, не испортить. Просто потому, что мне очень тяжело, знаете, со стороны смотря на это все, не владея в полной мере ситуацией, вам что-либо советовать. В любом случае остается у вас на рассмотрение два варианта. Первый – не прийти, второй – испортить бюллетень. Ну, как раз демократическая оппозиция призывает испортить. Так вот, я бы хотел услышать ваше мнение. Как вы собираетесь, портить или не приходить? При этом, еще раз говорю, я не настаиваю ни на одном из вариантов, не владея полностью ситуацией.